Здравствуйте, друзья. 31 декабря, утречко. Ну, относительно утречко, к полудню. У нас в это время на бэк-ярде нашем парни собирают беседку. Вот, и как бы там такой процесс идет, играет мексиканская музыка. Человека 3 или 4 там это, собирают беседочку. А я еду снова в офис. Уже казалось бы, чего мне в офисе-то 31 декабря? А вот товарищ один, с которым мы списывались раньше в скайпе, и который собирался зайти поговорить. Вот. Вдруг вот, значит, он позвонил и говорит, что он готов зайти поговорить. Они уже приехали, сняли квартирку, там еще что-то такое сделали полезное. Вот, и он как бы готов зайти поговорить. Я думаю, ну раз такое дело, о, вот он должен был мне позвонить и сказать, что все в силе. Секундочку. Да, вот товарищ этот позвонил, Денис его зовут. Он с женой и с ребенком. И я думаю, может, мы с ним еще видео какое-нибудь снимем, но мы не договаривались, поэтому я не уверен, захочет ли он снимать видео. Да, так что вот, смотрите, как неожиданно. Прямо новогодний такой сюрприз. Надо было Дед Морозом, что ли, одеться, не знаю. Вот такая история. Вообще, вы знаете, друзья, что в новогоднюю ночь происходят всякие чудеса. Но можно шире на это дело посмотреть, потому что, ну, ночь, там день, тут еще сколько у нас, 12. Я так понимаю, что через часок, вот от того момента, когда я это все наговариваю, через часок придет Новый год. Вот как там по московскому времени, вот эта территория большая, я не знаю, как охарактеризовать. Вот в этот часовой пояс, как бы, московский. Поэтому, ну, я не поздравляю, поскольку вы увидите это намного позже, но, ну, все равно, ну, как бы поздравляю тоже, да, как бы поздравляю задним числом тогда уже. Вот, и тех, кто уже встретил, и тех, кто еще встретит. Вот, а нам еще 12 часов, поэтому время есть, мы ближе к делу поедем в Санта-Крус. Может быть, часа за 3-4 там разложиться. С провиантом мы там не готовим, с собой все готовенькое туда везем. Вот, так что, значит, если удастся, мы покажем вам сегодня, заснимем, во всяком случае, сегодня свеженьких, с пылу, с жару. Вот, можно сказать, иммигрантов. Вот. А может, они не иммигранты, я уже не помню. Я помню, что договаривались встретиться. С другой стороны, если они квартиру сняли, наверное, иммигранты. Вот, логически, если рассуждать, правда? Вот, так что свежие. Это тоже как-то знаменательно, знаете, в этом что-то есть. Какая-то символичность. 31 декабря люди приехали и встретят Новый год вот, в Mountain View. Что-то в этом есть. Что-то в этом есть. Да. Мне с утра что-то в скайп я глянул, и мне как-то стало страшно, там столько поздравлений, это же сколько надо времени, чтобы ответить. И это я еще не глянул ни в email, там ни в Одноклассники, ни ВКонтакте, ни в Фейсбуке. Господи, думаю, это же страшное дело. Я, может быть, тогда... Ну, я стараюсь, конечно, ответить там, но это может время занять, и это достаточно большое количество усилий требуется, но я тогда, может быть, сразу как-то, я понимаю, что это не то же самое, но все равно я как бы сразу хочу тем, кто там поздравления шлет, может быть, сразу сказать: ребята, спасибо большое, алаверды, всех с праздником, и с всеми сразу праздниками, которые были, которые будут вот сейчас вот на днях и так далее. И, в общем, очень приятно, когда такое количество людей тебе что-то шлют и как бы помнят, что ты есть на свете. И, в общем, у меня была похожая ситуация с днем рождения, но мне дали хороший совет, говорят: уберите день рождения из профайла, тогда не будет напоминать никому. И это, кстати, сработало. Вот я последний раз, когда, значит, это делал, уже было проще намного. Проще намного. Но тут Новый год же, это же не... Как сказать, это же никто не напоминает там, поздравьте Мишу там, но и вот, а люди поздравляют, и я думаю, как-то трогательно. Вот, так что некоторых там я не видел лет 20, в
вдруг что-то такое пишут из прошлой, так сказать, советской жизни. Одноклассники там, реальные одноклассники, не с сайта одноклассники, а вот то, что мы вместе учились там в школе, в институте. Ой, столько лет-то уже, сколько народу знаем. Ужас. Вот. Если 1% поздравит, это будет очень много. Вот. Так что я, с одной стороны, как бы там вот типа жалуюсь, что много времени надо на это. С другой стороны, мне безумно приятно, что есть люди, которые про нас помнят. И которые смотрят наш канал, там, несмотря ни на что. В общем, это, конечно, потрясающе. Да. Ладно, я, наверное, тогда с вами сейчас уже попрощаюсь. А дальше включусь, когда гости наши, когда и если они захотят снимать что-то. Ну, может быть, что-нибудь коротенькое, там, на пару-тройку минуточек, так, визитную карточку такую. Наверное, тогда. Едем. Так. Вот вы видите, 31 декабря, движух на дороге не хуже, чем в обычный день, я бы сказал. Тоже машины едут. Может, работают люди даже, я не знаю. Мне вот поручено было зайти в магазин, купить там пару батареечек. Ну, я думаю, что магазины в основном работают. Солнышко светит, достаточно прохладно. Мне говорят, вот там, а сколько, все время там кто-то меня говорит, а градусов сколько. Я думаю, что сейчас градусов, наверное, 10-12. Сейчас потеплее, чем было последние пару дней. А то вообще там доходило до 6, до 8. Ну, правда, уже полдень. В полдень, конечно, теплее, чем там 8 утра, безусловно. Ладно, ребят, я тогда с вами прощаюсь. Пока, прощаюсь. Счастливо.